А, я не понял. А, все понятно. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт и... Да. Вот такой вот прекрасно прорисованный Тинки Винки у нас в игре Тинки Винкис Basics in Eating and Math. Итинг, наверное, он будет меня, я так понимаю. Меня сожрет живьем просто эта падла улыбающаяся, да? Это у нас телепузики в балде. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Рисовка, по крайней мере, довольно интересная. Можно сразу это отметить. Стори, бесконечный мод. Ну, бесконечно я не выдержу, наверное, такой жести, да? А, я не понял. А, все понятно. Ну, тогда все понятно, ребят. Тогда все нормально. Вот, очень грустный Тинки Винки, очень маленький. Наверное, потому и грустный, что он сраный карлик, над ним издеваются, скорее всего, из-за этого. Пузи крем, больше математики, математики, математики. Вот. Да ни хрена себе ты трансформируешься, чувак. Так, подождите, давайте. Минус 1, 9, минус 5. Балди доволен. Балди абсолютно доволен, и Балди даже не является телепузиком, это удивительно, на самом деле. Ты кто вообще? Теперь ты телепузик, да? Не пить, не бегать, не хулиганить, не входить в школьные здания. Заткнись нахрен. Ты это все уже говорил, я знаю это все. Ты когда-нибудь наблюдал за реальным шоу телепузиками? Я наблюдал. Честно, хорошее шоу. Ну, мне тоже нравится такая упортая наркомания, отбитая совершенно, прикольно. Естественно, пузикрема мы собираем, тут о чем тут говорить. Любая игра про телепузиков, это значит, что надо будет собирать пузикрем. Так, ты снова Балди, да? Ты был телепузиком, ты снова Балди, потом ты опять телепузик и опять Балди. Какая интересная у тебя жизнь, черт возьми, социальная, наверное, да? Так, подождите. Что-то ногами вот так, оп, оп! Оп-оп, гопачок, да, оп-оп, казачок, и какой... Господи боже, это директор, я так понимаю, да? По у нас директор, директор, который идет и... Стоп! Погоди, чувак. Наверняка, я практически уверен, я знаю, что здесь будет. Я практически убежден, что здесь будет пылесос ноу-ноу! Кто это, блин? Ты кто такой нахрен? Такого телепузика я вижу в первый раз. Здесь должен был быть пылесос, ноу-ноу. Это было бы гораздо разумнее, логичнее, блин. Ну, авторы, ну что ж вы. А, хотя да, хотя, возможно, эта роль ему подходит еще больше. Я так подумал, да. Здравствуй, ну-ка давай обними меня. Ой, хотя ты знаешь, не надо, чувак, нет. Тут, ай-яй-яй-яй, все, расслабляйся. Расслабься, чувак, серьезно, не трогай, серьезно, ты это... У тебя глаза на выкате, ты больной маньяк, я прям уверен. Так, хорошо, значит, кто у нас плейтайм? Вот что самое интересное. Здорово, чувак, ну-ка. Не будем, пожалуй, нарываться на наказание. Кто у нас плейтайм и кто у нас хулиган? Подозреваю, что хулиган это Дипси, а плейтайм это Лала. А это Стью из Гриффинов, по-моему, нет? Ой, кто хочет поиграть? Кто хочет поиграть? Плейтайм герл! А чё, телепузики гамбургеры трескают? А чё это за прикол такой непонятный? Непонятная телепузиковская столовка с... Так. О, оно пришло, блин. Оно сейчас придет. Так, давайте сразу монетку потрачу. Монетка, кстати, в форме антенны телепузиков. Нельзя не отметить. Лала! Я был прав, смотрите. Ну, тут легко было догадаться, в принципе. Так, ну хорошо, давай. Попрыгаю. Уж уважить надо Лалу, как бы. Поприветствовать как следует. 3, 4... Все, пошла вон. Так, а теперь, кого еще мы не заценили? Кого еще мы тут не заценили? Я, кстати говоря, ни одного блокнота что-то не собрал, что-то я подрасслабился совсем. Надо бы начать, да? Вот у меня 2 бесоды, если что. Если Тинки Винки с Basics на меня нападет. Ладненько, класс, пришло время для ресесса какого-то. Так, 12, 4, 4. Окей, все неправильно, можно тут вводить. Кстати говоря, да, тут с учетом обновления, между прочим, сделан этот мод. То есть в обновлении тоже эти кнопочки сбоку есть. И тут они тоже имеются. Это прекрасно, это просто замечательно. Без этого игра бы не задалась вообще, да? Так, ну хорошо, давайте-ка подберем вот эту красоту, вот эту антенку бы тебе бы пропихнуть бы в глотку Балди, слушай. Балди, то есть. Тинки Валди, не знаю, как тебя назвать. Валди. Валди, неплохо. Дуг, хватай и плати, говорит. Ну, расплачусь я, наверное, нехило так в этой игре. Я чувствую, я расплачусь своей сракой. А за кого я, кстати, играю? Вот посмотреть бы. Посмотреть бы на свое телепузиковское бренное тело. Я, наверное, этот чувак в шляпе, да, который в третьих... О, все, понеслась. Там кто-то выбежал. Я говорю, кто-то, потому что я не знаю, что это за хрен. Я понимаю, что это свип-свип-свип, но кто этот чувак, я не знаю. Так, все, смотрите. 4 из 7 блокнотов уже есть. Ой, здравствуй.
Ты меня так и ни разу не наказал. Лох! Понимаете, вот этот лох по... Лошара. Лохушка, то есть, да? Еще ни разу она меня не смогла наказать. Так, вот здесь вот, кстати... Возможно, надо плюнуть содой. Кстати, возможно... У меня сейчас будет 3 бисоды. Я такого комбо еще никогда не собирал. Так, ну давайте я... Где он нам свистит, этот мудень, а? Где этот хрен свистит? А Балди, кстати, перестал. Ну, то есть, тинки-винки, шлепать. Шлепать перестал. Его, видимо, швабра отнесла куда-то подальше. На тот свет, может быть. Было бы неплохо. Так, вот эту давайте... Так. Не пойму, где... А, вот сейчас, да? 3 бисоды! Смотрите, как... Ну, блин, а... Действительно, смотрите, причем Дипси без головы, это отсылка к третьей игре Слэнди Тьюбис получается, да? Ну, ох уж эти ребята Слэнди Пузики, блин, они, ой-ой-ой, так. Так, что значит ноубуллинг? А, это он его, нифига себе. Погодите, так он сейчас хулигана спалил, как хулиган пытался у меня отнять напиток, что будет, мне интересно. Надо выходить срочно смотреть. Все, хулигана нет, ребят. Возможно, он даже наказан. Давай, так, 5... Ой, блин. Ой, блин, блин. Ну ладно, он меня сейчас... Давай, лови быстрее. 15 секунд. Тихо, тихо, тихо. Как сейчас защититься, мне интересно. Так, ну-ка, давай-ка. О! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, смотрите. Теперь... Опа! Все, побежали нахрен отсюда. Да ты что, издеваешься надо мной, козел? Ну вы представляете себя, а? Ну не фартануло, ну бывает. Все, слэндипузики меня отымели. Да, печально. Давайте еще раз попробуем, и на этот раз я пойду прочитаю, что в кабинете директора. Как я бы... А, я не понимаю этого, я этого не понимаю. Почему так? Ну ладно, пофигу. 9, 7... Понимаете, Балди в глубине души сражается с собой и пытается не трансформироваться в Слэнди Пузика, но у него не выходит совершенно. Совершенно не выходит. Мне понравилась реально отсылка, что Дивси без башки. Вот только если бы еще без башки был Балди и вообще все остальные, было бы еще, блин, лучше, если бы они еще не двигались бы при этом, да? Так. Минус 4. О, все. Все сделал правильно. Так, это носок там разоряется, этот звук я знаю, в принципе. А теперь, ребята, бежим, устремляемся в кабинет директора. Возможно, он даже меня сейчас найдет, накажет за пробежку, и я сразу там окажусь. Было бы недурно. Так, давайте вот сюда. Ой-ой-ой, тебе нужен отдых. Да не нужен мне отдых, давай, расслабься. Все, бежим, 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 бежим. Так, шестереночка. Банди антислышащая, диссориентирующая. Черт, 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 вот тебя не хватало только сейчас. Блин, а? Подождите, сейчас меня обнимет. Сейчас меня обнимет, ноу-но. Ноу-но обнимет меня, наверное, да? Давай, мой хороший, иди ко мне. А, стоп, ты сильно далеко меня перетащил. Не, мне вот сюда надо, вот-вот. Вот в этот, вот сюда вот, да. Так, Ньюборн. А, это зомби-пузик, да? Этот Ньюборн теперь недружелюбный, он злобно настроен. Тинки-винки. Учитель, который любит математику и делает все субматематическим. По... Она не хочет, чтобы ты нарушал правила. Что это такое? Я не понимаю, кто там слюни пускает. Какой крендель слюни пускает, черт возьми. Ай-яй-яй, это ж не культурно совершенно. Балди, ты там накажи, у тебя некультурное поведение абсолютно. Какие-то свиньи тут ходят, блин, по школе. И это даже ни разу не я, который ходит и жрет чужие кустарды. Не-не-не-не-не. Где кремчики, это такое дело, это очень вкусно. Это мне можно, да, я уверен. Я сам себе разрешил. Так, ну ладно, окей, давай-ка. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп. И вот это вот теперь тоже давай схаваем. Минус 1, давай, 12, 2. Так, все, хмурь свои бровушки, губки свои напрягай. Блин, отвратительно прозвучало, да? Ладно, не будем об этом. Итак, снова бегу в кабинет директора. Надо же дочитать информацию по ребятам-то, по нашим. Стоп, стоп, тихо. Еще раз делаю все точно так же. В том же направлении бегу. Надеюсь, что на этот раз Playtime Girl меня не поймает. Уже достала. Это Lal Time Girl, блин. Лала, это гребаная. Так. Вот Лала, она умеет, конечно. Она умеет, конечно, вывести. Да ты чё тебе надо? Он sweeps the place. Он подметает. Буп. Creator of this... А, это создатель мода. Понятно. Сас... Ноу-ноу, сосать любит, по-видимому, больше он ничего не имеет. Но он же пылесос, правильно, пылесос должен сосать, это логично. Просто хулиган в школе, Дипси. Причем слово школа написано неправильно. Лала, она хочет поиграть на веревочке. Что там происходит?
Ой! О, ну это, тут, короче, что-то залагало, и по мне своим, своей промежностью в лицо тыкается, да. Такие шикарные ножнички. Да, кстати говоря, надо бы еще, я считаю, в рамках этой модификации попытаться обрезать ножничками, наверное, веревку Лалой и посмотреть на реакцию. Будет ли какая-то, мне интересно, анимация грусти на лице, скажем так. Давайте это проверим. Это, в принципе, сделать довольно легко. Мы просто выбегаем сейчас вот сюда, вот это тоже хватаем на всякий пожарный. Возможно, мне пригодится. Так, 0 давай, минус 7. И все, и Enter. Он снова хмурится. И сейчас давайте подбежим. По-быренькому подбежим. Так. Оп. Ну вообще... Да ты издеваешься. Ну ладно, хорошо. Как вариант. Смотрите, можно 15 секунд подождать. А че он так близко-то? Блин, он так близко, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не получится, наверное. Так, смотрите. 6, 5, 4, 3, 2. Давай-давай-давай. Еще разок. Еще разок вперед, все, бежим. Отлично. Хорошо получилось. Хватаем ножницы вот здесь. Ножик. Тут как ножик. Вот. Блин, ты мешаешь мне, козел. Лала, иди сюда. Лала, ну черт бы тебя. Что делать, что делать? Ну, блин, а не дает. Ничего хорошего не вижу, блин. Что ты мне показываешь? Вообще, конечно, нельзя не отметить, что Тинки Винки выглядит, как будто бы его, блин, просто... Ну, как будто он только что стал жертвой аборта, я не знаю. То есть, прям его вынули еще недоношенным. Я фиг знает, как это объяснить. Ну, конечно, Лала, конечно. Именно сейчас надо напасть, пока у меня ножа еще нет, да? Это же замечательная идея, блин. Давай, бегом. Все, я побежал отсюда. Короче, я знаю, что Тинки Винки такой злой. Он такой злой, потому что над ним тут все издеваются, что он сраный карлик, наверное. Дело в этом. Все выше него. Все выше него. Лала, она больше, чем он по размерам. А ведь в шоу телепузиков... Тинки-винки, пипец какой огромный. Так, ну-ка, давай-ка вот это возьмем. Что тут пердит? Мне надо добраться во что бы то ни стало до ножа. Так, чувак, сейчас я тебя плюну, если так дальше пойдет. Давай, вот это берем. Стоим. Стоим, стоим. Бесоду берем, на всякий случай на ней фокусим. О, пожалуйста, ну-ка. Точно. Анимация грусти присутствует, как видите, да. Грустная Лаля такая. Вот все время я расстраиваю Лалу, понимаете? Тут я и скакалку обрезал. В игре Slendy Tubes... Блин, я даже забыл название. У меня уже перепутали все названия игр про телепузиков. Но, короче, я помню, в финале какой-то игры я ее камнем, по-моему, пришпандорил. Или не... Нет, это было в Slendy Пузиках третьих. В третьих Slendy Пузиках я ее камнем долбанул. В одной игре про Slendy Пузиков я ее ножом прорезал, там, по-моему, грудак, если я не ошибаюсь. И, по-моему, даже в голову, может быть, ставил. А тут я ей перерезал скакалку. Вот, понимаете, где бы я с Лалой не встретился, все время я ее расстрою. Вот печально, да? Ну ладно, да, давайте пойдем. Пошел нахер. Да, давайте вот сбежим от него. Спрячемся, спрячемся. Все, не достанешь ты меня. Ты меня не достанешь, меня его нет. Только телепузики, которые работают здесь. Мне нравится надпись. 15. Ну да, он меня наказывает. Короче, вот Лала с кровавыми глазами меня сейчас достанет. Тинки-винки меня сейчас достанет. О, Дипси, здорово. Подождите, а если у меня нет предметов, Дипси меня вообще не пропустит, да? Ну я уж хочу просто отдаться под конец кому-нибудь из вас, ребят, чтобы был эпичный. Нет. Ой, господи боже, он, оказывается, сбоку был. Ну вот и все, короче, попался я, все, мы посмотрели. Вот такие вот слэнди-пузики, видите, кровавые, страшные, просто невероятно, в Baldi's Basics. Если вам это понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.